Да? Очень понятно. Готовы или нет? Ну хорошо, сейчас мы увидим. Я хочу представить человека, который тоже попал сюда непростым образом, и он должен был пересечь ни одну границу и ни одной страны, и, в общем-то, больше ничего не скажу об этом, конечно, возможно, он сам вам расскажет что-нибудь. Итак, друзья, у вас руки свободны, чтобы поприветствовать на этой сцене следующего участника, да? Пожалуйста, поприветствуйте великолепный Денис Курышев! Еще я понял, что некоторые песни, написанные в 90-е, созвучали совсем по-другому, но по-прежнему актуальны. Вот. Вот это написалось, сейчас скажу, когда, в 89-90 году, когда я шел в Екатеринбурге и смотрел сверху на крест на месте Ипатьевского дома, где там сейчас понастроили всяких многокупольных храмов и так далее. В окне пейзаж глотает ночь дома, дымит автобус, словно танк отбитый, идет к завязке ежедневная война, и жмется день под каменные плиты, а я гуляю от окошка до стены. Твой картичий кухонного крана, а я участвую в судьбе своей страны и сетую на грязные стаканы. На улице погасли фонари, все о конце заговорили свежо, поскольку в исторические дни народ ужасно падок на приметы. А пока липкие стаканы общий пит, а поколение мое уже молчит, а апокалипс в истории еще не смят, а апокалипс у людей, как у солдат. Но телевизор брат рубит отбой, и за день утомленные борьбой мы смотрим летаргические сны про новое пришествие весны, про чистые прозрачные стаканы, про жизнь, что беззаботна и легка, и про нормально развитые страны. Все это будет, будет, а пока липкие стаканы общепит, а поколение мое уже молчит, а апокалипс истории еще не смят, а апокалипс у людей, как у солдат. Вообще, вот гении, они, по-моему, особенно ныне живущие гении, они потому и гении, что они какие-то вещи чувствуют, ну, потому что они подключены куда-то. Я удивился, Гребенщиков выпускал каждый год по альбому, и только в 2000-м не выпустил. И альбом, который вышел следом, после перерыва годового, начинается с песни «500», комические куплеты для падающих в лифте. Он тогда уже, видимо, все это чувствовал.
Я честно скажу, когда в 2000 году Борис Николаевич сказал «извините», я не понимал, что происходит. И мне казалось, что вот эта вот распахнутость 90-х, она останется, ну невозможно уже это все уже назад отыграть. Кто бы там ни пришел. Вот. И мне нравилось, что вот 2000 год, какой-то смешной дядька там, значит, пришел с рыбьими глазами. Все это... Время, задрожав секундной стрелкой, собиралось век переменить. А я сидел такой над праздничной тарелкой, с кем-нибудь хотел поговорить. А время пенилось в моем бокале, оседала снегом за окном и тихонечко перетекала из теперь через сейчас в потом. Ох, странно мы живем с тобою время. Выглядит непрочным наш союз, а ты моя эпоха перемены. Ты моя, и я не отступлю. Все и нервничает время, и тоскует Замиев у века на краю. Время, можно я вас поцелую? Я люблю вас. Я тебя люблю. Ах, что же мы тогда не разглядели через новогодний снегопад? 20 лет и больше пролетели. Время до сих пор идет назад. Следующая, я даже не знаю, песня, это штуковина. Она начала писаться в 15 лет. Мне было 15 лет, когда она начала писаться. Вот, и в тупой борьбе ударяется в «Б» или той постаментной моменты борьбы, мне пришло 15 лет. Потом какой-то кусок, написан явно после 96 года, я просто тетрадки копал, это уже после армии. И дописалась она ровно, вот когда меня Женя позвал на переплет. Я помню, я ходил уже неделю с глазами повернутыми внутрь. Говорю, как это ужасно длинная песня получается. Вот, я не знаю, какая музыка будет, я вообще не понимаю, я спать не могу, думать, не могу. И вот все это написалось вот как раз перед перелетом, была другая музыка. Вот, и сейчас я вот она к 50, значит, дописалась, и стало понятно, про что это. Подскажи мне, пожалуйста, ну подскажи мне ответ. Ну, быть может, хоть тем, кто рука, кто мы, с запада дети, потомки Востока. Мы живем как над пропастью, это воржи. Мотыльки слишком близко, у самой свечи, подскажи нам, пожалуйста, но не молчи, было мне 18, не кончился век, пока на ней вспышка, я падаю в снег, шепчет, слышь, позади и плачь, отстой, я хочу танцевать, но нарушится строй, я пострижен под ноль, я не верю, ты ду, я гряду, рядовый тем шагом гряду, и я верю, что выживу в этом бреду, слышу крики вперед, слышу окрики, стой, начинается 86-й. Нас уже научили, еще бы понять, что при этом раскладе должно нас становить радость жить, просто жить, или радость за жизнь умереть здесь, воспринимаем разряженной совести честь, потому что у нас здесь особое здесь, посмотреть на забор, здесь будет конвой, а у тырки в заборе стоит часовой, здесь орут в темноту, здесь колодцы плюют. Здесь орут, здесь стучат сапоги, а в перечень и смут, и как рыхает, так ударяют столбы, а не той постамент монумента борьбы. Новый год
вот мне за 30 кончается век, 20 век на экране уставший седой человек. Извинился, уходит он, сделал, что мог. Начался новый век, начался новый век, начался новый век, начался новый век, начался новый срок. Без страха смеются, от боли молчат, и пошагают вперед, на 4 назад, то военный парад, а то спортивный парад.
Да по твоей паршивой кляче мыло парня Ваника плачет. На деревне говорили, и нажравшись Ваньку пили. Не летают Ваня кони, как не летают кони, сука, Ваня кони. Но только он свое долбит, я, говорит, Каня, не трону плечью. Я взлечу, глотая ветер, я горячими губами поцелуюсь, я поцелую. Стремена вдевает ноги и, поддавшись шенкелями, взвился Ванька да над полями. А толпа, поднявши рожи, сделать ничего не может. Ой, слава, встала под поколошечку во всю свою стать, отказала
мышкой оборвался. Бабы в толпе аж взглядели на взрыв. А дождь в два раза Господь не велит. И стоит Матрёна, глядит на попа. По все четыре стороны вещится толпа. Вольному воля, спасенному рай. Милый Бог, если сможешь, ступай. И молвила Матрёна мужика, стоят на пути, кто не был со мной, говорит, мужики, тот с места не сходи. Но кто был у чья, хоть раз за всю жизнь возьми за руку жену. Да осторонись, рухо расступился коридор широк. Пошла Матрёна в солнышко да на восток. И никто не осмелился встать поперек. За что же это Бог Матрёну уберег? Уж не за то ли, что позже у Матрёны смугла, что танцует у огня, в чем мать родила, что стройнана, как тополь, а зелена, как волчица. За то, что никого на белом свете Матрёна не боится. У меня двоякое отношение к этой песне. Потому что язычество довело некоторые территории, скажем так, до неприятного места. Вообще, ладно. А однажды я играл на фестивале строк песен, и было такое ощущение, что все, ну, слава пришла. Я такой сижу, думаю, что-то не то. И одновременно похожие вещи происходили с моим однокурсником, другом Димой Лепихиным. Он работал в театре большом в Питере. Говорит, ты знаешь, я сыграл Марата, ощущение, что слава пришла. И как-то у нас одновременно вместе с ним, нам нравилось пословица на позорище, на проступище, кто-то там шел, вот это щек-шу-щек. И мы написали такую песню. Я очень люблю Диму, но Димы, к сожалению, уже нету. Мы выгнали из театра, и он не смог с этим жить. В общем, решил самостоятельно уйти. Зря. А песня очень хорошая, называется она «Звездище». Ой, не душа у меня, а душища. И не ум у меня, а умища. И не босс у меня, я гонял сверху носища. И вообще не звезда я, звездища. Мне в автобусе ездить позорище, а точнее сказать, западло вообще. Теснота вы воняет и бензинище, а подгонить-ка мне лимузинище. Ведь не душа у меня, но душища. И не ум у меня, а умища. И не нужен кушать, а нужен у меня лещу. И вообще я суперзвездища. Как звездищу меня пригласят в кино, я приеду прямо в Останкино. И знакомый мой корефанище продихнете меня в телеэкранище. Потому что не душа у меня, потому что у меня не душища. Потому что не ум у меня, потому что у меня не ум, у меня не душища. И не нос у меня, потому что у меня не нос, у меня специальная сища. И вообще я гиперцевицидища. Вот лежит это все на кровати, и куда мне все это девать? Мне бы надо большие палати, но ведь с них мне подавно не встать. Ни недели текут, а неделища, утираю я лбище потеющий. Скоро будет не тело, а
телеще. Ох, это жуткое будет зрелище. Ой, не душа, не душа, не душа. Спасибо. Можно еще раз, пожалуйста, аплодисменты. Денис Коршев.